Всем привет! С вами Семен Щукин. Сегодня я вам покажу 5 упражнений на пэде, которые развивают руки. Ну что ж, погнали! Первое упражнение – это одиночные удары. Второе упражнение – это двойки. Третье упражнение – это парадидл. Четвертое упражнение – это парадидл с форшлагом. И, наконец, финальное упражнение. Это 3 двойки и 1 удар в конце. Всем пока!